Время падла, раскрути по своим наемным темам, изучая мое досье, на каких темах я работал до этого, проводя меня, пускайте, сказал, но ботом это информат, и требует докапываться, что-то произошло. То там нормандская четверка, блядь, то Путин приханул, то Нетаньяху. Блядь, тут дарная, блядь, то еще хоть хуйня, обнаглели, я должна быть расхлаж, мачена, опущена, как эта латвийская журналистка с Кононом, обнаглели, еще не выслушался, я видно, она не мылась и не спала, да мне не дождетесь, мне трех журналист такой, обнаглели. Мне преследуют просто прямолинейно журналиста статус опущенной диссидентской статьей. А уже просит именно Кремлю.